проститутка. Разъяренный Разин набросился на Баскова. В эфире передача «Привет, Андрей». Гости обвинили музыкального продюсера Андрея Разина в использовании фонограммы на концертах. Руководитель группы «Ласковый май» ответил на слова недоброжелателей. 28 декабря на федеральном телеканале вышел новый выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей». Одним из гостей передачи стал певец Юрий Шатунов. На съемочной площадке артист заявил, что продюсер Андрей Разин использует запись его голоса на своих выступлениях. Затем в эфире показали видео, снятое во время концерта руководителя «Ласкового мая». В ролике Андрей Разин исполняет песню «Седая ночь». Многие гости программы согласились с тем, что артист действительно включает фонограмму на концертах. Ведущий Андрей Малахов поинтересовался у Николая Баскова, может ли он использовать запись голоса во время выступлений. Артист ответил, что никогда этого не делал. В разговор внезапно вмешался Филипп Киркоров, лучше под мою, с иронией сказал он. Андрей Разин поспешил ответить на обвинение. В личном микроблоге продюсер заявил, что не держит зла на Юрия Шатунова. Он это делает из-за того, что его просят конкуренты дискотеки «Союз». Мы уже продаем концерты на 2021 год, а они не могут продать 2020. Юра, в любом случае, я на тебя ни в коем случае не обижаюсь. Поделился он. Публикация фотографий из Инстаграм. В то же время руководитель «Ласкового мая» сообщил, что остался недоволен заявлением Николая Баскова в эфире федерального канала. «Негодяй, вспомни, как ты появился в Москве. Если бы не мой директор Рашид Дайрабаев, так бы и сидел у Большого театра. А ты его потом предал и угробил. И еще сидишь и злорадствуешь, проститутка», — написал Андрей Разин. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Путин додавил. Украинский генерал призвал готовиться к кровавой войне. Угроза здоровью. Медведева назвала настоящую причину ухода. Вычищали 4 часа. Кудрявцева показала выпотрошенную грудь. Сложно ужиться. Ушедший к любовнице Телегин откровенно о расставании с Пелагеей. И многое другое.